Так, друзья, всем привет! Сегодня я покажу такой небольшой лайфхак, как можно модернизировать штангу для того, чтобы лазер мог бить 360 градусов по периметру. Так, вот у меня, в общем, лазер. Купил я его совершенно недавно, фирмы Dextel. Купил его в Leroy Merlin. Об этом будет отдельное видео, обзор этого лазера. Так, ну, в этом видео данный лазер я использовать не буду, а просто немножко модернизирую штатив, штангу, для того, чтобы можно было произвести забагечивание под натяжной потолок. Так как данный лазер не очень удобно использовать для монтажа натяжных потолков, потому что постоянно приходится либо поворачивать его вокруг своей оси, либо переставлять штангу. Поэтому, чтобы облегчить немножко себе работу, я решил доработать на скорую руку данное крепление. Для того, чтобы доработать это крепление, мне нужен вот такой вот кусочек фанеры. Я его располагаю на вот этой площадке. Далее мне нужна струбцина. С помощью данной струбцины я жестко фиксирую фанеру на данной площадке. Ну и потом уже спокойно могу устанавливать на эту площадку лазерный уровень, который бьет мне на 360. Называется он Control Multiline 360. И теперь этот лазер мне обеспечит световой луч вон он, по всему периметру. И с помощью этого луча я буду багетить без особых усилий. И при этом мне не нужно будет переставлять штангу, либо поворачивать лазер. Лазер просто стоит на одном месте, в одном положении, и отстреливает мне периметр. После забагечивания я уже перемещаю лазер в другую комнату. Либо также с помощью этого лазера устанавливаю платформы для светильников. Ну и все, что нужно, допустим, установить на этом же уровне, что и багет натяжного потолка. Но при использовании данного кронштейна главное не злоупотреблять. Не забывайте, что данное крепление, оно неустойчиво, и при любом воздействии на данную штангу может просто произойти колебание, и лазер упадет с высоты, и это будет последнее упадение. Поэтому не злоупотребляем и используем это только тогда, когда нужно, и каждый раз после его использования убираем его с данной площадки, и когда уже возникнет необходимость, снова ставим ее сюда и используем. Так что всегда будьте внимательны, когда используете лазерный уровень на такой площадке, потому что конструкция, она неустойчивая, она фиксируется лишь на полу и на потолке. Все. Больше других креплений у данной штанги нет. Так что вот такой вот небольшой лайфхак. Кстати, очень удобно для тех, кто занимается монтажом натяжных потолков, либо конструкции из гипсокартона на потолке. Очень удобно использовать данный штатив. Ну, когда это необходимо, с ним, конечно, пропадает, разбираем, просто убираем ящик, все. Используем только в том случае, если он вам необходим будет в следующий раз. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, данная модернизация на скорую руку была вам полезна, интересна, и надеюсь, она вам пригодится. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока!